Как ты назвал это? К этому. Ну, какой десерт красивый. Да, кстати, здесь нормально. Цены тоже здесь, конечно, дешевые. Место. Вот мы приехали в этот, в Ущице. На Мути. В Италии мы наездили сюда. В Италии нет Ущицы. Кстати, здесь воздух мне больше нравится, чем в Италии. Я скажу, что в Умбличке есть. Да, я вижу, он получил. Я имею в виду, что здесь природа все-таки покруче даже, чем на Сицилии. Да, горы, да, там. А имя палачинка, да, или? Да, да. Есть, вот они. А сланый немо палачинка, да, только сладкую, да? Или можно с шунками, с сыром, такое можно? Мислим, да, можно, а их можно поверить. А вот это с чем? Джем, yes. Джем. Джем. Да, да. Что шоколад мне уже денег. Да, это чекаю, может, там палачинка с сыром, там шумка.